Это дом нашей королевы леопардов. Здесь она родила сына. Ему примерно год. Но он выглядит как взрослый леопард. Хотя по-прежнему игривый и ребячливый. Он пережил самые трудные и опасные месяцы. Теперь он уверенно исследует местность, и его интересует буквально все. Стада антилоп гну пересекают границу между Танзанией и Кенией, устремляясь в Масаи-Мара, на территорию королевы леопардов. Мама и сын навострили уши. Детеныши антилоп – это желанная добыча.